С другой стороны, надо признать, что та же Бассина, Холденер, они, конечно, классом повыше, да, норвежки, но вот, тем не менее, все складывается так, как мы сейчас видим. Бернадет Шилд. Последний шанс австрийской команды. Ну, что значит последний? Потому что Грич, Франциска Грич, молодая, она удерживает до сих пор второе место. Твиберг первая, Грич вторая, Гуд третья. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, наверное, вы знаете, тоже такая супермотивация. Огромное желание дома перед своими болельщиками отличиться. Такое неприятное падение. Неужели... Да вот, да-да, что-то не так, а? Ну, а где врач, спасатели-то? Уже моментально надо все это делать. Мы что-то никто не подходит к австрийке. Так, давайте смотреть. Вот здесь уже она на двух лыжах. Смотрите, заваливается. И это все в арабское сальто почти превращается. Ну, вообще не так уж все это страшно выглядит, как кажется. Но во время вот этой закрутки, когда ее переворачивала, могла, конечно, она что-то там повредить. Вот они, австрийки. Все собрались на финише. Вот, посмотрите, как она сама себя, в общем-то, направила в полет. Но она практически выкручивалась. Перекантовка это называется. Лыжи сработали, и она потеряла контроль. Слишком резкое было движение. Сначала идет зарезка, а потом лыжи выстреливают.